таких победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмощиков. Мусору попадут, если в деле водос. Будет замести закос, эй, мусор, лови разнос. У мусору попадут, если в деле водос. Кто-то будет замести закос, эй, мусор, лови разнос. Первый раз меня останавливает девочка. Сейчас мы пообщаемся. Будет там на руку чего. Уходит очень аккуратно. Добрый день. Добрый. Патрульная полиция Харьковская. Очень приятно. Другая полиция Усенко. Как? Усенко. А как я могу в этом убедиться? Вы не переживайте, я сам переживаю, когда вижу полицейского. Усенко Юлия Владленовна. Я вас слушаю, Юлия. Ну, причина остановки — отсутствие номерного знака. Не может быть такого. Доброго дня, пане водій. Доброго дня, пане поліцейський. Да, до ви поліції Макаєва. А как я могу в этом убедиться? Макоєдов Максим Сергійович, поліцейський УПП в Харківській області, до 25-го. Хорошо. Все, ну ви нам не мішайте, ми как бы з дівчиною общаємося. Юлія, я вас далі слухаю. Смотрите. Когда я выезжал, я прежде чем выехал, я выполняю пункт 2.3. Вот там написано, что водій перед рухом повинен убедиться в том, что все исправно. Вот я это сделал. В процессе эксплуатации моей я автомобиль несколько раз оставлял там у магазинов, всякое это. Не знаю, что произошло, но номера у меня присутствуют. Угу. Ну, сзади я вижу, что есть номера. Сзади есть. А скажите, пожалуйста, если даже у меня, не дай бог, он отпал, я выйду, конечно, а потом посмотрю. Если это нарушение, как бы давайте привлекать тогда меня к ответственности. Ну, может быть, я ж не знаю. На данный момент, когда я выезжал, согласно пункту 2.3, правильно? Правильно. Конечно. Пункт 2.3. Да. Чтобы четко это было все понятно. Смотрите. Перед выездом водитель обязан наличие аптечки, лято-поля, все это у меня есть, тормознуло, все, я это проверил. И номера были? Ну, конечно, я не знаю, может кто-то прикололся, может это кто-то... Еще есть 31.5 пункт. Вы имеете в виду, что я могу на аварийке ближайшем, да, кратчайшем? Если выявили, что уходим. Но я вам скажу, уважаемый товарищ полицейский, что пункт 2... 9В не распространяется на 31. Там же еще 31.2, оказывается. Можете открыть, пожалуйста. Там 31. Встаньте, пожалуйста, вот так. Вы как-то стоите, я не понимаю. Не вижу вас. 32? 31.2, номерные. Или 31.2. Запрещается сглазаться. Еще на 31.2. Что вы хотите, чтобы я... За номера там тоже есть, кажется, если не ошибаюсь. За номера? За номера? А если вот, номерные знаки смотри. Отсутствуют, требования содержат стандарт. Так. Видите? Размеры номера так. Запрещается составить... Ну, вот, согласно 31.5.
знаки номинального транспортного средства, все требования, правила, так также про... Ну это... Это не соответствует требованиям не то, что СУС. Не соответствует, тут как бы номерные. Не, ну у меня же номерные знаки присутствуют. Сзади есть у вас номерные знаки, нет. Вы же говорите, что выезжали, он был, может, отпал. Ну, может. Уберите, пожалуйста, свое водительское. На выезжал полицейского, пункт 24 ПТР. Вы думаете? Можете мне тут не давать? Нет, я не то, что в руки давать вам, не давать. Я понимаю, смотрите. У нас есть норма закон. Есть закон о полиции, насколько я знаю, в YouTube. Вам книжку дать? Ой, это криминальный комитет. Новый кодекс. Не, ну давайте, смотрите, я люблю, если там я что-то забываю, я беру книжечку, такую замечательную книжечку, закон о национальной полиции. Первый раз меня девочка останавливает на самом деле. Да я такой же водитель, как и все, причем вы что, первый раз водителя останавливаете? Не первый. А чем я отличаюсь от водителя? Так, смотрите, здесь есть 6 пунктов. Под какой из под пунктов? Да, я попадаю. Возьмите книжку, не стесняйтесь. Я знаю, если вы хотите вместе со мной прочитать, давайте прочитаю. Не, так а что мне читать? Я все знаю. Я тоже знаю. Я же поэтому и говорю, когда будет рассмотрение дела начато, согласно 278-282. Мы разберемся с вашими номерами. Где ваши древние номера? Вы говорите, отпали или где-то потеряли? Ну, может быть, я еще не выглядывал, вернее, не выходил, не смотрел. Может, они вас показывают? Да я бы вам сказал, что я их машинаю, я их специально снял. Но вы понимаете, что я это ну, против себя сыграю. Я этим не занимаюсь. Поэтому вы хотите увидеть мои документы. Я сказал, в рамках закона я вам, конечно же, все предоставлю. Все предоставлю, понимаете? Вот. На данный момент, я хочу, чтобы было все... Вы же не боитесь такого аппарата? Ну, нам уже нужно заканчивать дело, доводить дело до конца. Молодой человек, если что, вам поможет. Вот. Дело доводить до конца. Вы не... Юля. Вы, наверное, красиво. А можете масочку снять, я чтобы увидеть? Не могу. Коронавирус. Так, а я с вами на расстоянии. Я ж не могу, смотрите. Могу еще вам один лайфхак сказать. Когда вы мне показываете... Кстати, где ваше службовое посвящение? Службовое посвящение. Это первый момент. Второе. Как я могу в вашей ID-карте увидеть, что личико именно ваше? Ну как я могу увидеть? Вот. Вот теперь все нормально. Без всякого. Просто я вам говорю, что я люблю, чтобы было все в рамках закона. Не просто так, чтобы там взял, показал и все такое прочее. Поэтому вернемся к нашим номерам. Я, ну если нужно, дам, я дам письменное пояснение в процессе рассмотрения дела. Второе, как бы, если что, мне, я как бы не юрист, и я ничего не знаю, я так ютуба просто насмотрелся, мне нужен адвокат, поэтому у меня будет еще два ходатайства. Имеете право. Я, ну, конечно, согласно 268. 268 статьи, конечно, имеете право на адвоката, заявы, полдатания. Мы еще даже не оставление дела не начинали. А теперь возвращаемся к вопросу по предъявлению документа. Ни в коем случае я людей не учу, я просто... Наша база, чтобы во время карантина граждане в
которая находится на территории. А теперь стоп, Юля. Не знаю, если он вам поможет, но он вас загоняет все глубже и глубже. Как вас напомнить еще раз? Это не имя. Макаедов. Не, имя. А, Максим. Максим, скажите, пожалуйста, вы когда своей напарнице говорите о том, что во время карантина, лято-поля, каждый гражданин должен иметь при себе какие-то документы, правильно? Теперь скажите, пожалуйста, согласно 54 статье Конституции, ознакомьте со всеми меня НПА, которые на это делают ссылку. Так, по наводе, дивіться. Я думаю, что пані поліцейська, що вважаєте? Три знак є сзади. Сзади правильно, потому что статья... Воді адекватний. Ознаків на спині ніяких немає. Розмовляє з нами нормально, адекватно, не грубіянить, чи на себе поводить. Якщо приймати рішення, я думаю, водій додому приїде, зробить номерні знаки собі спереду. І все буде добре. Як це? Надо, может быть, надо. Надо, я понимаю, надо проверить. Но я хочу, чтобы вы проверили, это в рамках закона. Вот. Просто так, чисто проверить, и что вы должны для чего? Для чего проверять? Согласен, 32 статьи. Какой? 32 закон Украины, там перелик, вот я ж вам и сказал, согласно второму пункту, ознакомьте меня со всеми НПА, покажите мое нарушение. Хотелось бы видео увидеть, где я именно еду и нарушаю, именно нарушаю. Видео у нас все фиксируется на камеры, на посту. Як ви їдете? Ну, їду спокійно, 40 км в час. Я нічого не кажу, що я якось так, не так їхала. Можете, ну, так, хочу, да, посмотреть, як що тут происходит. А ви хто, молодий чоловік? Просто прийшов посмотреть, можна? А це з вами, що ли? Я ж поздоровилась навіть, думала, це з вами. Ну, як на тітушку похожий. Это случайно, ну, это никак не группа поддержки полицейским? Я группа поддержки всех, и водителей, и полицейских. Не, ну, мне, я честно переживаю, вы просто как на тетушку похож. Не, это показалось. Ну, не переживайте, все будет хорошо. Не, вы просто как-то втроем стоите, я один, ну, я сейчас тоже тогда в группу напишу, что у меня тут гражданский еще... Давайте, пишите. Ну, я напишу. А? Вы просто... Вы уже громадянин? Да, именно он. Все искал слова, думаю, вот он, да. Можно, если я поприсутствую? Ничего страшного. Нет, конечно. Спасибо. А что, за что установили его? Не было номерных знаков спереду. А, номера нету? Да. Потерял, наверное, да? Зараз спілкуюсь з водієм. Може, це американка і тільки один номер може бути. А на що ви там ще ссилались? Який ви мені пункт перед цим сказали? Стаття 32, пункт 3. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, або в місті здійснення спеціального поліцейського контролю. Так, і що? Пункт другий теж, має право, якщо особа має намір вчинити правопорушення. Вчинила або має намір вчинити правопорушення. Теж має право перевірити ваші документи. А можете мені зробити хоча б, ладно? Ладно. 251 статья КУПАП
пожалуйста, докази того, що... Докази... мого правопорушення, чим я маю там вчинити. Давайте вже так заходіть з цієї сторони. Ребята, скажите, классный ролик, мне тоже нравится. Первый раз за 5 лет меня останавливает девушка-полицейская, которая бьется до конца. Она все равно должна проверить мои документы. А я не, ну, без боя не сдамся. Я буду полностью, вы ж видели, да? Я оперирую всем, чем можно. Юля молодец, она держится. Тут еще... тетушня вот приехала, я, вы потише, извините, мол... Потише. Ну вы извините. Просто вы как-то руку уберите, пожалуйста, с автомобиля. Молодой человек. Нас попросил. А кого он попросил? Меня? Ну, да. Зачем? Вы провокатор или что, я не могу понять. Или что? Не, ну я вижу, вы провокатор какой-то. А вы знакомы, извините, вообще? Я этого данного человека не знаю вообще. Ну просто у меня есть такое впечатление, что он работает с вами. Нет, я отдельно. Я же поздоровалась, думала, я так к вам приехала. Не, ну вы так можете. Вы так можете сделать, понимаете? Не-не-не, ни в коем случае. Вы и так красивы, я вам делаю комплимент. Вы и так красивы, я вам делаю комплимент. Нервничаю, когда камера работает. Так все полицейские говорят. У меня такой первый раз съемки проводятся. Так это еще не профессионально. Это еще не профессионально? Нет. Профессиональные съемки — это когда со всех сторон камеры, фотовспышки. Так. Здесь видно до статьи. Двадцать другое КУПАП. Що можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. Є така стаття. Ви знаєте про цю статтю? Я это вырежу, хорошо? Я вам просто на будущее скажу, що 121-я, 6-я в 22-ю не підходить. При любых раскладах. Даже если вам бы хотелось. Ні, я за те, що... Нет, она вам не подходит. 13.95, почитайте. Я не говорю, что она вам подходит. Это статья. Вы нарушаете 13.95. Инструкция есть. 13.95. Я за то, что вы ехала без... То бишь, я могу быть свободен. Нет? А чего? Ваши документы. Вы можете их, вы проверите их только в том случае, когда будет составляться какой-то материал. Когда... Составляйте материал. Начинается розгляд справа. Да. Мы уже просто стоим 21 минуту и без того. Либо я напишу сейчас за беспричинную остановку жалобы. Где мое нарушение? Могу я его увидеть? Ознакомь, ну... Смотрите, 251-я статья КУПАПа. Ознакомьте меня с моим нарушением. Есть видео, где я нарушаю. Именно я нарушаю. Именно я. Я как... Как вы рухаетесь на транспортном засобе? Может, рухаюсь, да. Это у нас є на... Может... Ладно, давайте, чтобы ни ваше, ни время не тянуть. Либо вы меня отпускаете, либо мы переносим дело, чтобы я мог. У меня адвокат только через 3 недели вернется. Вот, вы подготовите все материалы, и как бы будет классный ролик. Вообще именно бомба, пушка. Почему? Пушка будет. Это вам посигналили. За что? Мне нужен адвокат, вот и все. Ну, вы хотите перенести рассмотрение дела?
Да, но если вы меня не отпускаете, хотите увидеть мои документы. Вы изначально мне поведомили про то, что вы потребуете адвоката. Конечно, я и так постоянно, как меня полицейские останавливают, говорю, добре, мне нужен адвокат. И мы с вами перенесем розгляд справы на Шевченко 26. Ну, не на улицу случайно, мы же не на улице будем. Кабинет, видео, ну, все доказы по справе. Добре. Вы сможете. Вы сможете. Вы потребуете допомоги адвоката. Вы смотрите, вы меня и не отпускаете. Не хотите выписать мне штраф и не хотите перенести дело. Почему? Я могу перенести розгляд справы. На пару минут. Подтянуть. Друзья, ну, в общем, как-то так. Полицейская Юлия, как говорится, она меня отпускает, потому что нету моего нарушения просто, нет. Поэтому вы знаете, что делать, ставим лайки, подписываемся на канал, ну а я погнал дальше.